Галина Гришина – одна из немногих, кто умеет изготавливать тактические носилки. Сначала их краят в Голицыно, потом передают заготовки серебряным волонтерам. Уже здесь, в Одинцово, начинается процесс, требующий особой усидчивости и терпения. Где-то прошиваем квадратик, где-то 80 штук, поэтому очень трудоемкая, но нужная работа для наших сыновей. Все началось с изготовления снудов, бандан и балаклав. Волонтеры постепенно набивали руку, производство стали расширять. И добавили еще мы эвакуационные стропы, тоже, которые оказались очень необходимы. И уже очень много обратной связи у нас от ребят, которые благодарят за очень хорошее качество, качество самой стропы. И вот те петли, которые изготовляют девочки, они тоже сделаны очень хорошо и очень так надежно. В каждой посылке на фронт теплые пояса и носки. В производственном цеху волонтеров есть все необходимое для качественной работы. Очень большую лепту вот именно в этот груз вносят наши серебряные волонтеры. Это просто замечательные женщины, которые вкладывают в свою работу душу, тем самым сохраняя жизнь и здоровье наших ребят. Кроме того, серебряные волонтеры сделали для наших бойцов 180 снудов, 40 пар теплых носков и шапок, 10 строп. К изготовлению новой партии уже приступили. Всего же из Одинцовского округа за все время проведения спецоперации передали 2,5 тонны гуманитарной помощи. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».